die verbrandt, dat zijn memorie dagelijks bij het vuur verhit. Was ik nog, de mijne naam, er was ik nog met geweld op mijn. Ну что, друзья, воскресенье, Пасха, пришла пора попробовать наш шоколадный бельгиец, полтора месяца выдержки в погребе. Хорошо постоял, выдержался. Вообще черные сорта говорят, что хорошо надо выстаивать в погребе, тогда они от этого только выигрывают. На дрожжах Т58 они у меня бродили, эти бутылочки. Ну что, что тянуть кота? Будем пробовать. Пахнет замечательно. Ну, начинаем. Ну, это вообще капец. Да, это капец. Пена шоколадная, кремовая, крем-брюле. Вообще, как не получается у людей. Ну, говорят, вообще на черных пивах пена плохо стоит. Ну, тут без комментариев. Без комментариев. Пена мощная. Запах хороший, отличный. Ну, в принципе, тот же самый, который и был. Шоколадкой отдает, такой кофейной. Да, кофем отдает. С пеной прям не знаю, что делать. Ну, эта пена по стандартам 2-3 минуты должна минимум стоять. Но она будет стоять, я думаю, долго. Пена просто как крем, сливки взбитые. Ну, вы видели. Держится по бокам. Ну, вроде отстоялась. Пробую. Ребята, по-моему, вкуснее стало раза в полтора, а то и в два. Намного, намного вкуснее стало. Я думаю, через полгода вообще такая бомба будет. Ну, не осталось ничего. Вкус до того мягкий. Просто вот как сливочный какой-то. Латте, что ли. Вот пивное латте такое получается. Мягкое. Без резких вообще. Вот резких никаких нету. Ни горечи, ни вкуса, ни запаха. До того кремоподобная и такая вот немножко сладковатая, газированная, приятная вещь, что у меня нет слов. Льется просто сладость. Вот специально же делал тогда, чтобы экстринов побольше было, чтобы вкус вот этот сладковатый оставить. Никуда не делась. Да, рыжий? Отлично, отличный вкус. Вот латте, латте. Кофе, латте. Пиво. Пиво, латте. С пенкой.
немножечко сахара, сливки, кофе, сливки. Обалденный. Вариант классный, конечно. Что-то надо делать. Надо долго ждать, пока она осядет. Не могу добраться до пива. Еще не дошел. Надо выдерживать. Черные сорта надо выдерживать минимум там 1.5-2 месяца, это точно. А поплотнее, наверное, 1.5 года и больше. Только выигрывают. От этого только выигрывают. Пейте хорошее пиво, оставайтесь с нами, пока!